Я считал себя солдатом движения за права человека. Виктор, how long were you in prison in Russia? 5 years. What were you arrested for? For the demonstration on the Red Square against the occupation of Czechoslovakia. We should immediately demand the release of all political prisoners to put an end to the misuse of psychiatry for political purposes. Было то, о чем мне когда-то говорил капитан Петров. Он сказал, будет время, Файнберг, когда смерть покажется вам несбыточным, невероятным счастьем. Десять суток у карцера. Я просто был поражен. Я говорю, да как же ты смеешь со мной так разговаривать, чекистское говно? Я родился в Харькове, втором городе Украины, который сейчас живет под бомбардировками доблестной российской авиации.